Прелестная погода. Просто красота. Солнышко. Плюс 3, плюс 4 градуса ветра. Здесь, по крайней мере, нету. Иду на рыбалку. Ловлю я не браконьер, видите, ловлю на обычный спиннинг. Задавали вопрос там в комментариях. Я никогда не браконьерничаю, сетки не ставлю. Все ловлю законным ловом. Просто зашла к нам рыба. Ее большая плотность, поэтому она ловится. Сегодня, если получится, поймаю еще. Хочу, мне друзья коптят сами. Хочу его копчененьким. В прошлый раз мы делали, в том году. Было очень вкусно. Так что хочется попробовать, ну не знаю, поймаю, не поймаю. Но что же, вы знаете, рыбалка сегодня везет, завтра не везет. И все остальное. С работы мне что-то не везет. Я вам так скажу. Потому что вчера я отработал, сегодня я выходной не нужен. Нет заказов на машину. У нас еще эти выборы, потому что переостановились все работы по городу. Сами понимаете, какие вливания туда идут в эти выборы. Пока не буду спешить с выводами, но они почему-то сами напрашиваются. Вообще погода просто прелесть. Не зря я пошел подышать свежим воздухом. Даст Бог, получится поймаю рыбку. О, смотри, робот. Ну, он, наверное, не на русском, да? Наверное. Вообще прикольно. Цена, скидка. Да, Артур у нас такой любит. Подарок на Новый год. Так это для ванны. Для ванны? Что она там? Для какой? Не для акриловой почти? Для мытья ванны полностью. Комнаты. Дезинфицирующий очиститель. Вот какой-то новый аппарат, видел? Вот желтый. А ты мне желтенький. А зачем тебе? Нет, некрасиво. Но в чайнике есть. Слава богу, он еще работает. Пошли, нам провод надо. Где да лампочки. Ну, лампочки наверху, сразу наверх. Попытка номер два за лампочками. Подожди, лампочки здесь или наверху? Наверху. Ну, так пошли наверх. У нас катастрофически горят лампочки. Это просто абзац. Да. Выбор. На Новый год они завезли еще товаров больше, чем было. Микроволновки вон эти. Акция, смотри. Мультиварка акция. 1000 гривен. Мультиварка, пылесос. 1000 гривен. Надо будет пройтись по этому ряду. Там скидка на скидке. А, это ж... Я тоже сегодня в комфе зашла за мешками для пылесоса. А там куча людей, это ж черная пятница, только у нас теперь не в пятницу, а всю неделю. Но я уже говорила, что я не очень в это верю. Да, конечно, но все, накидывают, а потом вроде как скидка. Да. Смотрите, какая елочка.
Дед Мороз, 547 гривен. Смотрите, какая высокая. Обалдеть. А сколько ж такая цена, елочки? Да нет, это такая. Ну вот, елочка 6,5. Класс. А вот, смотрите, 13, минус 2%. Тоже высокая. О, это куда, на двери? Ну да. 1050. А где ты видишь? А вот, сбоку. А, я не вижу. Поменьше, вот смотри. Ну 450. 750. 450. О, это тут еще больше. О, мне нравится вот такая вот. Угу. Вот такая, цветочки вот эти ни к чему. Ну, вот такая. Надо будет купить. Да, надо будет потом какой-нибудь. Мы сейчас не за этим приехали. Гирлянды нам тоже не надо, пошли. Гирлянды у нас есть. Это я здесь купил. Классно, нравится. И можно здесь останусь. Ничего. Мне нравится. Ты будешь здесь Новый год встречать? Смотрите, какая аллель. Во двор кому-то, в частный сектор. Обалдеть. Обалдеть. Шо-шо, подготовка к Новому году, это интерес. Елочки такие. Ну, у нас уже есть. Нам не надо. 4500, считаю. И олень поменьше. Красиво. Катя. Носочки. Смотрите, достатку, с любовью. Угу. Смотрите, со снегом, по-моему, и снег идет. Катя. Выбираем мы цветочки. Катя уже что-то придумал. Вот с этой стороны, я говорю, вот. Так. Вам надо посмотреть, ну. Цена у них 33 гривны. Мы просто покупали уже пару лет назад, просто такие же, поэтому в такой же тематике я хочу взять. Ну вот поменьше дальше. На бирже 6 штук, 46 гривен. Они отдельные, по одному. Это для комнаты или? На елку я хочу красную. Золотую елочку сделать. Там он еще дальше всякий. Все, пошли за лампочку. Тут можно нарядить очень большую его. Тут можно жить. Мы сюда еще вернемся. Да. Ой, какой бычок. Красавец. Соломы.
Мне бы корзину. Корзиночку для... Подождите, я просто не знала, вспомнила, что я хочу. Ну, так оно всегда и бывает. Да, это самое главное. Приехали за лампочками. Утро, да, такое. Это Артуру на один зуб. Ну, на Новый год все равно с какого-то робота. Нет, большой. Просто если бы они были на русском, говорили, что это на русском. Ну, а что ты думаешь, они не на русском? Потому что на коробках. Ну, вот пока, видишь? Может быть, вот это она будет говорить. Коробки на русском. Так вот. Интерактивный робот. Тоже на русском. Да, вот этот тоже должен быть на русском. Ну, и цена у него по-русски. 1700. Никогда дешевыми не были, в принципе. Вот наши лампочки сейчас будем покупать лампочки. Купили лампочки. Покажи нам эти лампочки. Надеюсь, что они... Они у нас летят что-то очень быстро. Денис, кстати, я говорю, что это может какое-то перенапряжение. Да, видно. Ну, вот же, быки. Ой, вообще крутая, да? Угу. Класс. Да и вот и что там. Ну, вот это же, наверное, под цвет. Подушка. 225. Так, на их вот эти. Неудобно. Вот тоже для конфет. Для чего? А вот вообще для рот, смотри, сейчас вообще цена. Угу. Может, возьмем эту товару? Не надо. Почему не надо? У нас сейчас рост нету. Тут вот будет. Ну вот когда купим розы тогда. Спасибо. Пожалуйста. Время не кого? Если я тебя не увидишь роз? Да. Нормальная база вообще получится. Ну, да их тут куча, как нормально. Мы приехали за лампочками и провод нам нужен. Провод, наверное, внизу. Подожди, а вот. Что? Отдел какой-то. Какой отдел? С проводами. Да нет, где-то видишь. Вот. Вот взяли мы то, зачем приехали. Кабель нам надо удлинитель. От Wi-Fi до компьютера. Проводочек. Я думал, вообще такое только на радиорынках. Что? Я думал, такое на радиорынках только продают. Ну, видишь. Пожалуйста. Так и центр тоже все продают. Пошли посмотрим колеса лесом. Все, нам больше не кинуло? Нет, давай не будем сегодня. А я хочу цену узнать. Да мы же смотрели где-то, новая линия. 16-е, не знаю. Но сейчас же зима пришла, они обновили. Тогда, когда мы смотрели, зимы не было. Хорошая резина. Вижу сверху уже. Или колесики. Жена уже куда-то убежала. Идем ее искать. Убежала уже, бог знает куда. Недорого, да, действительно. Я думала, дороже будет. Кабель? Я тоже. Нормально. Зима. Темнеет быстро. Как в этих масках ходить, я вообще не представляю. Где наша машина? Где-то там. Надо пощупать.
Вот и наша машина. Будем ехать домой. Да. Давай руки свои сюда попшикаем. Сейчас. Трогаемся.